Оборудование перинатального центра муниципия Чадырлунга представлено из высокопроизводительных устройств для операционных и родильных залов, операционных столов, техники, а также для наблюдения за состоянием матери и ребенка при рождении. Конечно, поможет нам в улучшении качества оказания медицинской помощи нашим роженицам, родильницам, беременным, что просто мы очень благодарны организации UNFPA Молдова при ООН, при поддержке правительства Америки за оказанную помощь на медицинском оборудовании. Поддержка, оказываемая перинатальному центру, направлена на усиление возможностей обеспечения ухода за здоровой беременностью, безопасными родами и ближайшим послеродовым периодом. Отделения, наши палаты, наши операционные будут оснащены самым современным медицинским оборудованием, которое используется в акушерстве и гинекологии. Вся мебель и все оборудование готовилось специально под наш родильный дом, под наш перинатальный центр. Также UNFPA оборудует палаты мебелью. В этот перечень войдут кровати, шкафы, тумбочки, кондиционеры, медицинская мебель, шкафы и холодильники для лекарств, носилки, столы и тумбы для инструментов, стерилизаторы, кровати для матери и новорожденного. Aceste măsuri de suport a instituțiilor medicale din Republica Moldova face parte din această acțiune umanitară a organizației. Эти действия по оказанию помощи часть нашего проекта. Оборудование и мебель поможет местному населению и беженцам получать качественное медицинское обслуживание. Это делается для защиты мамы и ребенка. О сарчине моей сигуранце, о наштере сигуранце пентру мамы и пентру копил. Данное оборудование позволит предоставить качественные услуги по репродуктивной медицине для будущих мам, отмечает начальник главного управления внешних связей Виталий Влах. Сегодня мы можем видеть это новейшее оборудование, оборудование, которое было куплено в различных странах, в том числе, да, оборудование, которое соответствует всем современным требованиям. Однозначно наши коллеги, врачи, будут еще стажироваться, их будут обучать, показывать, как на нем правильно работать. Вот. И в конечном итоге наши жители получат хорошую медицинскую помощь. В течение октября и ноября текущего года UNFPA полностью оборудует 22 родильных зала, что обеспечит безопасное рождение более 15 тысяч детей. Современное оборудование будет установлено в отделениях реанимации 7 родильных домов республиканского и местного уровня. Марина Топал, Владислав Табачук, Артем Топал, ГРТ Новости.